Всем большой привет! Сегодня мы начинаем видео с Эмили. Эмили уже проснулась, вот сидит, играет своей пианинкой. Да, Эмили? Ты довольна? Я ее попросила немножко потише, чтобы не разбудить девчонок. Алисонька с Мартой еще спят. Потом я вам это покажу. А сейчас хочу всех поблагодарить. Мы с Эмили всех благодарим за ваши комментарии. Такие хорошие, добрые комментарии. Очень приятно читать. И хочется еще больше снимать для вас видео. И сегодня видео у нас будет очень интересно. Для вас у нас есть сюрприз. У нас новая куколка Реборн. Так что сегодня я вас с ней познакомлю. И мы вместе придумаем имя Реборну. Да? А сейчас я хочу вам показать, как спит. Как и в прошлый раз, я попрошу вас написать в комментариях ваше предложение с именем. Ну, конечно же, перед этим я вначале вам покажу куклу. Так, а сейчас, смотрите, Алисонька еще спит. Уже потихоньку начинает просыпаться, да? Вчера она была в ванне, и поэтому она спит в шапочке. Она спит в таком воде. Ой, носочки, смотрите, пинеточки сняла, да, девочка моя? И поэтому она была укрыта пледиком. А Марта у нас не любит укрываться. Марточка спит рядышком. Сегодня они вместе, потому что капризничали. И я решила, чтобы мне не бегать по разным кроваткам. Поэтому положила их вместе. И пока девчонки спят, Эмили потихонечку здесь играет, сидит. Пойдемте знакомиться с нашей малышкой. Так, ну смотрите. Наша зайка завернута в пеленочку. Открывать мы ее будем в своем месте. Не стала я ее упаковывать в коробку, потому что, как вы знаете, что куколок, всех своих куколок я делаю сама. Поэтому распаковочка будет такая для вас. Ну, начинаем. С чего начнем? С ножек, с ручек? Давайте потихонечку начнем. Все начинают с ножек, а мы начнем с вот этой маленькой ручки. Вот такая ручка. Освещение не очень хорошее, но, надеюсь, вам все видно. Сейчас попробую с этой стороны. Вот такая у нас ручка. Ну, давайте тогда уже. И ножка. Где тут у нас ножка? Вот она, ножка. Вот такая ножка. Так. Вот здесь у нас будет вторая ножка. Вот ручка. Такой животик с пупочком. И, ну что, как вы уже увидели у меня, не буду вас томить, это девочка. Вы все знаете, что это девочка. Не буду скрывать, что это девочка. У нее все как положено. И теперь мы открываем ее личико. Готовы? Раз, два, три. Вот такая наша зайка. Да? Вот такая малышка. Теперь у нас новая девочка. Так что жду ваши комментарии, как назвать эту маленькую зайку. У меня, конечно, есть несколько вариантов. Но мне очень хочется послушать ваши варианты, какие вы предложите. Потому что иногда одна голова хорошо, а больше лучше. Ну что, надо эту девочку переодеть. Вернее, не переодеть, а одеть ей одежку. У нее не слишком много вещей. Новенький комбинезончик у нее только один. Я специально ей заказала. Да, маленькая. Хорошенькая зайка такая. У нее полное тело. У нее есть... Давай перевернемся. У нее вот такая головушка. Вот такая спинка. Вот такая попка. Прячем, прячем, прячем. Переворачивайся. Вот так, переворачивайся. И сейчас
мы оденем ей комбинезончик. Сейчас я вам покажу, какой. Так, у нее вот такой комбинезончик. Это фирма Мазике. Я, честно говоря, думала, что он будет поменьше, но подойдет. Сейчас померяю вместе с вами. Вот, я ей сделала вот такую сосочку. Ну, выберем ей бутылочку, конечно. Что, Эмили, все хорошо у тебя? Да? Тебе не скучно? Ой, там Алиса проснулась. Подожди. Алисонька, ты уже проснулась. Ах, ты наша маленькая. Там уже Эмили играет. Тебя ждет. Пойдешь с ней вместе играть? Пошли, посидишь, пока я видео доснимаю. И а вы пока поиграете вместе. Так, давай тебе оденем пинеточки. Так, одну ножку мы одели. Где второй пинеточек? Где мои такие ножки? Сейчас нужно одеть вторую ножку. И давай ручку, пошли к Эмили. Пойдем, пойдем, моя хорошая. Вот так. Сейчас я ее посажу рядышком. Опа, садись. Садись, посидите, поиграйте немножко вдвоем. Эмили, поиграй чуть-чуть с Алисонькой. Алиса, ты куда падаешь? Эй, неудобно мне ее одной рукой сажать. Но ничего, да? На тебе пока такую игрушку. И сидите, играйте. Вот так. Да, а я пойду одену нашу зайку. Хорошо? Так, ну, подгузничек у нее уже одет. Сейчас я ей одену вот такую беленькую маечку. Потому что она совсем еще малепусенькая. Давай. Мне хочется, чтобы она все-таки потеплее ей было. Маленькая девочка. Теперь у Алисы есть Эмили. И у нашей Марты будет малышка еще одна, да? Будут вместе с ней расти. Вот так, давай. Даже не знаю, имени еще пока нет. Не знаю даже, как обращаться к этой зайке маленькой. А, зайка? Какое имя ей лучше подойдет? Я вот думала, может быть, Сонечка? Или Миечка? Или Евочка? Вот такие варианты у меня есть для куколки такой, да? Вот так она умеет ручками, видите, как делать? Да? Сейчас я ей одену комбинезончик. Вешалочка. New baby. Ну, честно сказать, думала побольше. Ой, поменьше будет. Этикетку отрываем. Опа! Такую тоже оторвем. И будем одевать. Да? Мне не нравится, когда одевают через ножки, потому что очень сильно потом растягивается горловина. Поэтому я решила, что так буду одевать. Ну, не капризничай, не капризничай. На тебе сосочку. Она сюда, ой, как хорошо подходит. Как она сюда к тебе подходит, к этому комбинезончику. Да? Также пишите в комментариях, понравилось. Ой, вам малышка. Ну-ну-ну, тише, тише, тише. Не капризничай. Будут ли вам интересны видео с такой маленькой девочкой? И вообще пишите, какие видео вы хотите, чтобы я сняла, с какой куколкой. Ну и в общем, я всегда рада читать ваши комментарии. Мне очень приятно. Ой. Немножко уезжаем. Не постелила сюда матрасик на этот столик? Эй, ручку такой бери, тебя нет-то не видно. Сейчас я вам еще покажу, какой у нее первый подарочек от меня. Это будет подарочек для этой зайки и для Марты. Ну, конечно, и Алиса еще с удовольствием поиграет. Но в основном это для вот этих девчонок. Вот так. У нее есть еще царапки. Но пока я их одевать не буду. Очень любуюсь на вот эти ручки. Маленькие такие. Такие крохотные.
хорошая малышка. Мне очень нравится. Жду ваше мнение. Так, зайка готова. Ну, сейчас я вам покажу, что я ей купила. Купила вот такие погремушки, набор еще не открывала, решила открыть вместе с вами, заказывала на Wildberries. Сейчас мы с вами их и откроем. Так, я взяла ножницы и начинаем открывать. Так, достаем. Эй, какие погремушечки! Класс, вообще, мне очень нравится. Держи, сможешь держать? Давай вот так. Ух ты, смотрите, она сама держит погремушку, да? Молодец какая. Ага, этот грызунок, смотрите, какой грызуночек. Блин, такой красивый, такие красивые цвета. Это мы можем подарить Алисе, потому что этой зайке еще рано. Вот такая погремушка, смотрите. Ого! Очень интересная. Да, смотри, какая погремушечка. Потом вот такая погремушка. Там еще такие, смотрите, видать, нет? Такие бусинки. Тут такое розовое сердечко. Ух ты! Поближе. Фокус, фокус, фокус. Классно. Потом вот такой птенчик. Ах, какой красивый. Сама как ребенок радуюсь таким погремушкам. Смотрите, какие красивые. Ну, честно сказать, такие классные, необычные погремушки. О, и даже телефон с кнопочкой. Ну, это, наверное, тоже для Алисы подойдет. Вот это и вот это, наверное, надо подарить Алисе. Вот эти две. Это грызунок, а это такая с кнопочкой, с шариками, телефончик. Ну что, пойдем покажем их Алисе. Алисонька, Алиса, девочка, смотри. Смотри, какие тебе грызуночек какой тебе попался. Держи, смотри, какой хороший, смотри, какой красивый. Эмили, ты тоже хочешь игрушку? Ну, на тебе вот такой телефончик. Видишь, тут такая кнопочка, шарики. Держи, Эмили. На тебе в ручку. Вот так. Вот так держишь. Ну, держи, держи. Молодец. Держи. Держи такой грызунок. Как раз у тебя скоро зубки будут резаться. Прямо будет очень кстати. Да? Ну, держи, играй. Вот. А мне нужно покормить нашу новенькую зайку. Так, решила я смесь для этой зайки приготовить здесь. Немножечко сейчас ее вот так подвину. Так, тихонько. Только не падай. Приготовлю я такую смесь. Вот эта бутылочка. Наверное, теперь она будет для нее. Так, сделаем 60 миллилитров. Я думаю, что для такой малышки хватит. Молочка. Посмотрим, как она будет кушать эту смесь. Когда делаю малышам смесь, мне так нравится, она так вкусно пахнет. Надо, чтобы хорошо все размешалось. Все, да? Смесь готова? Сейчас я возьму слюнявчик и будем кормить эту девочку. Можно убрать водичку тоже. Это пока сюда поставим. Поправим нашу красивую новенькую такую пеленочку. Давай, иди сюда. Двигайся. Взяли Мартин слюнявчик. Ну, я думаю, у них теперь нужно мне теперь будет перебрать вещички. И которые вещички такие маленькие. Поделить их с Мартой. И с этой зайкой, да? Давай кушать. Давай, моя хорошая, будем кушать. Убирай сосочку. И держи. Давай ручку сюда. Вот так.
Вот так. Кушай. Погремушечку так и держит. Смотрите, как я ей дала эту погремушку. Мне нравится девочка. Надо бы придумать ей имя. И снимать с ней видео почаще для вас. Да, кушай, кушай. Кушай, моя хорошая. Эмили уже большая, будет мне помогать. Видите, как они хорошо с Алисой играют. Молодец, кушай, кушай, кушай. Да, да, кушай. Вот хорошая девочка. Давай погремушечку сюда. Давай я тебе ротик вытру. Вытру. Пойдем на ручки. Пойдем ко мне на ручки. Вот так. Вот так. Давай вот так повернемся. Вот так. Все, ну сейчас я тебе дам сосочку. Давай сниму тебе слюнявчик. Расстегнем кнопочку. Давай вот так. Дам я тебе твою сосочку, и я тебя покачаю. Может, блеснет. Ну все, маленькая зайка засыпает. Сейчас положу ее в кроватку рядом с Мартой, потому что Марта сейчас уже скоро будет просыпаться. Надо будет ее переодевать. Пойдемте положим эту зайку. Вот так. Переворачивайся на бочок. Моя маленькая хорошая девочка. Давайте сейчас я ей такие царапки сделаю на одну ручку. Вот так. И спи. Спи, хороший. И Марта рядом спит. Алисин чепчик. Вот так. А девчонки тут играют. Ну что, Алиса, как тебе тут грызунок твой? Нравится? А? Тебе нравится грызунок? Держи, держи. Эмили, вас уже кормить надо, да? Вы уже хотите кушать? Мои девочки, сейчас будем вас кормить уже. Сейчас буду готовить кашку и кормить моих девчонок. Давай. Играешь? Тебе нравится? Ладно, ребята, с вами мы будем прощаться. Пошла я готовить кашку для Алисы и Эмили, пока малыши спят. Марточка спит, малышка тоже спит. И поэтому мы будем с вами прощаться до следующего видео. И всем пока-пока. Алиса, помаши пока-пока. Пока-пока. Эмили, а ты? Давай игрушку сюда положим. Помаши пока-пока. Пока-пока. А вам всем большое спасибо за просмотр. И до следующего видео. Пока.